Привет, друзья! Сегодня мы латаем саманный дом. Не ремонтируем, а делаем латку большую. В общем, как 95% саманных домов не имеет фундамента, та же самая ситуация здесь. Село все. Здесь капает с крыши и приходится вот латочку ставить. Немножко почистил. Вот. Приготовил сразу сетку, точнее спинку от сетки. Вот это колечко поставлю по центру, вот здесь. И две трубы хочу, арочку сделать. Планировал сделать на весь, на всю длину, но пока нет такой возможности. Но латку надо сделать срочно. Ну и сейчас в процессе все будет видно. Сделали два отверстия под трубы. Первое, второе. Вот. Здесь по центру будет кольцо. Примерно. И вот эти две трубы сейчас подгоняю и буду бетонировать туда. Ну что, столбы уже залиты, трубы. Вот. Сейчас устанавливаем колечко вот это. Привариваем все спинки туда, забиваем арматуру и будем заливать. Смесь уже готова. Вот одна спиночка будет, там вторая. Вот такая латка. Все, друзья, проварил. Этой штуки тоже поприхватывал между собой спинки. И сейчас уже начинаю потихоньку, проляпаю первый слой и буду маяки кидать. Кольцо еще не по уровню, ну как по уровню, не по уровню самой плоскости. Это уже в процессе. Все, приступаю.